Сорт томатов черри, малиновый десерт. Мы уже показывали вам сорт малиновый фонтан. И вы должны понимать разницу между фонтаном и десертом. Десерт это говорит о том, что в этом томате очень высокое содержание сахара. У него десертный вкус с фруктовыми нотками, и он действительно может выступать в качестве десерта. Кстати говоря, в Китае помидоры используют в качестве десерта, их обжаривают в кляре. Их подают с медом, так что вот этот томат вы можете и без меда использовать вполне в вазе с фруктами, подавать как десерт для своих гостей. У него очень насыщенный цвет, я не знаю, передаст ли этот цвет камера, но он действительно по сравнению с другими сортами, такой вот темный, темно-малиновый. Его видно, что он сладкий и вкусный, вот этот цвет, я не знаю, как вам объяснить. Он передает вот эту вот его сладость как-то на расстоянии. Ты смотришь на этот помидор и сразу видишь, что он будет очень сладким и вкусным. Еще нужно заметить, что в этом сорте очень высокое содержание ликопина. Он почти рекордсмен в этом отношении. А ликопин – это вещество, которое помогает бороться с онкологическими заболеваниями и является хорошей профилактикой.